Добрый день, уважаемые любители баскетбола. Говорит и показывает спортивно-концертный комплекс и очередной матч национального чемпионата, в котором местная «Динамо» принимает на гибкий «Спартак». Микрофон Степан Галикин и, как всегда, Константин Чепиков. Добрый день. Всем привет. Привет. Да, ну и напомню, что «Динамо» две победы уже в рамках чемпионата России держала, оба раза был переигран пересвет. И вот этот матч третий. И снова домашний, что интересно.